Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году у нас очень хорошо сработал проект по разведению мадагаскарских листохвостых гекконов. Единственное, что в очень редких случаях малыши не начинают питаться самостоятельно. Из-за этого нам приходится первое время выкармливать их вручную. Это обычно проходит приблизительно к 2 месяцам их жизни, когда малыши уже осваиваются и начинают воспринимать сверчков как объекты питания. В дальнейшем никаких проблем это не вызывает, то есть малыши продолжают питаться самостоятельно, они развиваются на уровне с теми малышами, которые изначально питались самостоятельно. Но мы решили, что, возможно, для некоторых из вас это будет очень полезная информация, если вдруг у кого-то из вас случится нечто подобное. Сейчас бы мы хотели вам показать, как это происходит. Сверчка мы предварительно лишаем головы, слегка на него нажимаем, чтобы наружу вышли внутренности насекомого. В дальнейшем подносим внутренности к рту нашего малыша, в данном случае это Уроплатус хенкели, и ждем, пока он начнет облизываться. Таким образом, животное со временем начинает понимать, что кормовые насекомые, которых мы ему предлагаем, являются, в общем-то, едой, и в дальнейшем спокойно, самостоятельно охотится. Мы даем в зависимости от размера сверчка от 1 до 3 насекомых. Начинаем вот так вот выкармливать малышей, если они сами не начинают питаться в течение первых 7-10 дней. Ну, смотрим по состоянию животного, что если оно начинает худеть, то приходится ему немножко помогать.